Нет, немец. Ах, невероятно, вы так свободно говорите на нашем языке. Благодарю, сказал он. Вернемся к опере? Честно говоря, я совсем не понимала музыки, но в оперу ходить просто обожала. Ложа, конфеты, апельсины, прогулки по фойе. Все раскланиваются друг с другом. Папа шепчет: граф такой-то, генерал такой-то, знаменитый поэт такой-то. Кое-кто подходит к нам. Кое-кому мы знакомимся. Пожилая дама треплет меня по щечке. Юный поручик склоняет голову с бритвенной тонкости пробором, жмет мне руку. Восхитительный буфет с мороженым в мельхиоровых вазочках. И замечательные сюжеты. Я внимательно читала либретто в узких светлых бежевых книжечках и всегда следила за действием, поэтому певцы меня часто раздражали. «Ах, какая опера!» – рассказывала я. «Как жаль, что я не могу напеть вам несколько мелодий. Я совсем не музыкальна, увы».